Всем приветики. Купила себе очки для компьютера. Отдал за них $75. Получается, каждая линза отдельно. То есть, одна эта линза $25 и эта $25. Ну, вернее, по старому курсу, когда он еще не подрос. Вот. Получается, две линзы получились $50. Плюс очки еще. Плюс работа. С виду вроде обычные очки, то есть, не, как некоторые говорят, линзы должны быть желтые, там, розовые, коричневые. Но на самом деле нет. Они обычные очки, у меня зрение, ну, как бы, плохое, они как бы еще и корректирующие. Плюс сами линзы сделаны с таким, как бы, то есть, на них покрытие. То есть, вот, у меня есть старые очки, которые я носил, вернее, даже сейчас ношу. Вернее, в них сижу за компьютером. Вот они такие. И у них как бы просто то, что такая синева как бы на них. И они вот покрыты синевой, типа вон видно лампа синим таким отблескивает. И видно, что вот немножко зажелтяется. Здесь белое, здесь желтое. Ну, плюс тоже они немножко, для, ну, как бы зрение корректируют. И они от компьютера как бы плохо защищают. Я их вообще покупал за дешево, может, за каких там долларов 5, там вообще они дешево, может, ну, то есть очки полностью с линзами, с очками. То есть они дешево, может, даже дешевле покупал, может, за какие-то там $2.5. А вот эти очки, они получше, то есть, ну, не очки, а именно стекла, потому что... Там, где я их покупал, у продавца, как бы компьютер, как бы вот у компьютера говорят, что есть типа ультрафиолетовое излучение, которое типа влияет на глаза. И типа поэтому здесь типа синее напыление, которое должно защищать. Но там у продавца лазер типа был синий, и оно вот светит на очки на эти, и он спокойно через них просвечивает. А светит на эти, и он вообще не проходит. То есть там есть линзы, через которых он там слабенько, точка еле видно, и через эти вообще не видно, поэтому они такие дорогие. И вот они как бы не синие, там не желтые, они вообще прозрачные, но именно отблески на них идут вот зеленые. То есть не как здесь вот там синяя лампа, вот синяя становится, а оно именно становится зеленое. Причем две лампы зеленые. Тут получается одна лампа такая вот белая, видно, а вторая синяя. А здесь две лампы зеленые. То есть я так понимаю, верхнее покрытие и внутреннее покрытие, то есть... И они оба зеленые. Если тут, типа, одно покрытие, он, одна лампа видна как есть, а вторая, он, типа, синяя. То здесь две лампы, вон, видно, зеленые такие. Сдалека, типа, зеленые. А вблизи они вообще становятся фиолетовыми. То есть здесь как будто бы несколько покрытий. То есть вблизи оно фиолетовое, а сдалека оно зеленое. И, то есть вот такое вот покрытие. И когда через светишь на эти очки синим лазером, нету его вообще. То есть... На эти очки светишь синим лазером, и лазер посвечивает. То есть он проходит сюда, допустим, здесь синяя точка. А на эти синим лазером светишь, и на выходе ничего нету. То есть они полностью останавливают синий лазер. То есть синее излучение ультрафиолетовое через них не проходит. Вот. И вот поэтому, по идее, они должны защищать от компьютера. Поэтому они такие дорогие. Ну, а сами очки... Пока что они новенькие, красивенькие, такие золотистые. Такой оправе красивенькое. Пока еще не царапинки на них, такие новенькие. Не хотелось, кстати, чтобы они зацарапались, потому что все-таки дорогие. Столько денег стоят. Такая вот дужечка. Мощненькая довольно-таки. Здесь такая идет леска, держит. Даже здесь видно немножко такая зеленева. А здесь особо никакого, если здесь вот есть желтение, типа такое, он немножко желтее стал вот здесь, то здесь практически на этих ничего не меняется. Вот. Такая вот штука, так что зеленева как бы. А у меня те, которые синие, они просто антибликовые получаются. Но не защищающие как бы от излучения. Все такое новенькое, приятненькое еще. Чистенькое. Со временем оно станет затертое, там где-то зеленое, что-то такое вот окислится. И будет не очень. А сейчас пока что все новое, все красивое. Единственное, что кажется, ну так нормально смотрится.
А вот так кажется, что... Хотя нет, так вроде бы тоже нормально. Мне бы что-то показалось, что это немножко как-то сильнее загнуто. Просто, может, я это как-то повернул. Вот такие вот очки. Так что, надеюсь, теперь мои глаза не будут болеть, и я смогу нормально чувствовать себя за компьютером. Плюс чехольчик для них взял. Купил себе чехол для очков. При этом... О, здесь хорошо видно на черном фоне, какое оно зеленое становится. Вон, прям так классно видно, что зеленое. А купил себе чехол, забыв о том, что у меня дома лежал вот этот чехол, и я его не видел. Он как и так лежал на столе, но я на него никогда не обращал внимания. И им не пользовался, я не знаю. У меня несколько лет лежит, я про него и забыл. У меня всегда очки без чехла. Пошел, купил новый, положил на этот же стол, где этот лежит, и думаю, блин, не понял. А у меня здесь еще один лежит, оказывается. Я его заметил только тогда, когда купил новый. Блин, это жестко. Вот здесь видно синева, вот сразу видно. Здесь одна лампа синяя, то есть внутреннее какое-то покрытие, оно антибликовое. А внешнее без покрытия, вон оно белое. А здесь два покрытия. И внутри, и снаружи, вот зеленое везде, а здесь синее везде. Ну, не синее, белое. И плюс фиолетовое видно, то есть зелено-фиолетовое. И вот оно не пропускает лазер вообще полностью. То есть, то есть, по идее, зеленое, то есть фиолетовое излучение, ультрафиолетовое от ПК, теперь не будет меня мучить. Красиво, кстати, смотрится на черном фоне, вообще классно. Такая фиолетовая, здесь такое вдали зеленое. Зеленое вдруг сейчас станет фиолетовым. То есть такое все довольно-таки классное. Довольно-таки классно. Ну, посмотрим. Я пока что купил, не знаю, как будет по ощущениям. Надеюсь, так же будет в использовании. То есть я не буду ощущать дискомфорт какой-то, что все будет хорошо. Ну и плюс очки еще сами. Я свои старые очки сломал, наверное, в которых я всегда по улице ходил. Здесь вообще по-другому все смотрится. Вообще прям зелено-фиолетовое. А в тех очках, сейчас глянем. А в тех, которых я по улице ходил, это как бы для компьютера, они не сильно мощные. А здесь, по идее, синее все должно быть. Да, типа оно снутри защищает почему-то. Да, оно все синее такое становится. И оно не особо защищает. Вот. А те я сломал. Получается, я всегда, когда снимаю очки, я снимаю одной рукой. То есть, так вот, с головы снимаю, так вот, хопа, и снял. То есть, вот голова, и я так вот, хопа, всегда снимаю. А нужно снимать именно двумя руками. То есть, ты так вот надеваешь на лицо очки, одеваешь двумя руками, а потом также двумя руками снимаешь. То есть, так вот, одел на голову, а потом также снял. Тогда все так и, ну, типа, правильно... Пользования такие, а то, как я снимал, так типа за одну и тянешь. И сломал, короче, отдал тоже в ремонт. Блин, столько поломок, столько растрат, столько всего. Ну, надеюсь, вот эти очки станут моим, как бы, спасением, потому что я уже... Глаза уже прям аж то ли жжение, то ли щипение какое-то такое происходит, непонятное. Так, где лампа, как ее поймать? Вот лампа. Вот, ну, в общем, так вот. Такая покупка. Такие очки дорогие. Надеюсь, она себя оправдает. Вот, а результат, как оно будет, скажу потом. Пока что надеюсь, что я их не зря купил. Но уже, судя по тому, как они, что через них не проходят, они явно получше. Вот, как-то так. На этом все. Всем покедова.